Новостей. На саммите ООН, посвященном миграционному кризису, премьер Греции Алексис Ципрас заявил, что разрешение этой проблемы является вызовом для всего мира. Ни одно государство не должно игнорировать этот вопрос, подчеркнув, что в его решении необходимы коллективные усилия, которые должны основываться на принципах международного права. Генсеком ООН Пан Ги Муном. Сегодня пройдут переговоры премьера Греции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В течение дня, возможно, состоятся переговоры между Ципрасом и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. В Нью-Йорке прошли переговоры вице-президента США. Миллионов евро превысили запланированные доходы. В круге Министерства финансов, комитета позитивной среди финансовых государства заявили, что показатель повышенных государственных доходов – хороший ответ оппозиции, предвекающей финансовый коллапс. Правительство готовится передать на одобрение парламента законопроект об экспорте.